канале, мы из Эстонии. Пока еще погода не совсем испортилась, мы решили поехать небольшое путешествие. Бачит кому хочет. По пути мы заедем в Карамяй, в женский магазин. У нас ты. Давай еще раз. По пути мы заедем в Карамяй, в женский магазин. Сегодня 5 августа, в Эстонии начинается осень. Передвигаясь по Эстонии, обращайте внимание на камеры. Их натыкали очень много, скоростные камеры, они срабатывают на превышение скорости, и потом на почтовый адрес домашний приходят штрафы. Ну, точнее будет сказать не по всей Эстонии, а в общем-то в основном по Идавирову. Да. Ну, они в Таллине есть. Esta noche yo quiero bailar, bailar contigo, sí. Esta noche yo quiero jugar con tu cuerpo junto a mí. Esta noche yo quiero bailar por la última vez, amor. Por la última vez, amor, amor, amor. Rompe. Ну, все. Улетай на крыльях ветра. Ты в край родной, родная песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели, где было так привольно нам с тобою. Куда Алан пошел? Ну, надо лес обратно. Он увидел много грибов. Что-то не собирался. Зачем ты мне даешь? Банки. Пошли за водой. Пойдем. Ну, типа, только таких здесь. Гриб он продает. Продает на барбу. Видела, какая рыба здоровая? 9 часов. Офигеть. А ну, ты купила такую маленькую? Я еще купила больше. Что ты? Полетав на коптере, мы пошли за водой. А вы на коптере? Да, что, не видела, что ли, мы вокруг Нет. этого летали? Я в монастыре. В монастыре. Нет, сначала на кладбище зашла. Но все равно мимо этого. Вот пошли за водичкой, сейчас наберем две воды, две банки воды и поедем на Чудское озеро. Вот мы подходим к источнику воды. Он на какой-то реставрации. Вон там купальня. Там люди купаются. Там воду берут. Чего? Наверное, реставрируют, да? Там это, наверное, картину перерисовывают. Видишь, так тоже. И сейчас она упадет, и все мокрые будут. Где Санта твой бегает? Сзади. Давай, все, с легким паром. Сонечка. Где мама? Ушла мама, да? Куда мама ушла? Санечка, куда мама ушла? Ой, ушла мама. Ой, ушла. Куда мама ушла? А, Саня? Куда ушла, да? Сейчас выйдет. Пошли посмотрим, где мама.
еще и закрылись. Да, Санта, еще и закрылись. Вон мама вышла. Ну как? Очень холодно. Холодно? Ну, Алан, расскажи о своих ощущениях, как там? Очень-очень больно. Чего больно-то? Думаешь, грехи ты... смывать больно или что, да, я не понимаю? Нет. Или вот ты не грешил? Когда вот до титула заходишь, там уже просто больно начинается. Почему? Из-за не чего? Самый холодный. Да, вода холодная. Вода холодная? Вода всегда круглогодичная, а лужа, знаешь, сколько градусов? Объясни мне. Ты же вся крутая, вся мокрая. Вода плюс 4. Летом и зимой. Плюс 4. Он дошел до сюда, перекрестился. Я говорю, отмахивай мне. Я говорю, не могу, мне уже больно. Я ему говорю, давай тогда хотя бы сверху полью на голову. Начала ему поливать. Так я беру меня полностью, окунает головой. Там ласточки живут. Ну я там. Как она себе? Прям за голову окунала? Топила прям? Ну так раз. Юрий. А, то есть она хотела утопить. Три раза. Ну понятно, такая мама просто хитрая. Набрали мы воды, мама окунулась с Аланом в источник. В источник, в купальню сходила. Три раза притопила Алана. Он говорит, такая вода холодная, что аж больно. Грехов много. Да. Между прочим, вода всегда там плюс 4, зимой и летом. Ну, 4 не знаю, надо было градусник брать. Ну, вода холодная такая, ну нет, окунаться может. Ну, наверное, не 4 сейчас, конечно, сейчас плюс. Да все градусов 10, наверное. Ну, все свои дела сделали, грехи смыли. Пойдем теперь дальше грешить. Я Алушу, я говорю, ну, крестись. Он перекрестился, я ему говорю, теперь, говорю, окунайся. Он такой, я не могу. Я говорю, ну, давайте я хотя бы сверху водой. Ему ладошкой раз, два, а он такой дёрнул от меня на третий раз. Брюшко. Рыбку продают копченую. Ну, ещё... вот такого я покупала. Угу. Нельзя копченую. Да, это искушение дьявола, рыба копченая. Это проверка дьяволом. Очень вкусно, но очень не полезно. А тут что, кофе, чай? А? Кофе, чай продают. А детал он видел, чупа-чупс тут продавался. Приезжают с Эстонии. Приезжают с Белоруссии, с Латвии, с Финляндии. Машины стоят. Вот там машина стоит. Машина стоит с Германии, с России. Снимать прекращаю, все, поедем дальше. Теперь следующий пункт у нас Чудское озеро. Да, сначала мы заедем в магазин, а потом мы поедем на Чудское озеро. Езеро. Пепси-яр. Все, мы приехали на свое место, на Чудское озеро. Не ну да, не совсем свое. Обычно мы стояли вот там, вот на том месте. А сегодня все места почти были заняты. Мы заняли последнее место. Люди все прибывают и прибывают. Мест уже нету, все занято. В ту сторону все домики заняты. В эту мы уже кое-как с горем пополам развели костер, все сырое, шел дождь, видимо. Мама уже готовит машину ко сну. Да. Уже все прибирает, все складывает. Да. Погода, конечно, шепчет. Погода шепчет. Будем надеяться, что сильного дождя не будет. Да, на улице очень тепло, но сыро. Очень сыро. Вот наш костер, который тут горит с горем пополам. Сейчас будем подкладывать дровишки, будем дальше жарить. Будем готовить еду сегодня. И будем потом ложиться спать, прикручивать телевизор на место. И будем ложиться спать, и вечером будем смотреть кино. Порно. Я скачал. Почему порно-то? Я скачал фильм хороший. А чтобы шутить нельзя? Нет, порно я не скачивал.
Это надо было. Ты не смотришь, что ли, такие фильмы? Нет, вообще не смотрю. Я даже порнуху в детстве смотрел. Последний раз. А я в детстве детством занималась. А, ну понятно. Ну ладно. Если будет что-то еще интересное, я включу камеру обязательно. А что будет интересного? Например? Ну, мама будет порно смотреть. Итак, сегодняшний день заканчивается, подходит к концу. Каждый занимается своим делом, все уже устали, отдыхают на природе. Мама читает книжку о правильном голодовании. Голодание. Да, это главное экономно, Так, а будем потом всем... Да, только что ты сегодня в магазине на 20 евро жратвы набрала. Да, а что ж ты ела еще? А что ты набрала еды? В приглядку будешь? Алушка смотрит классику, Щелкунчика в обработке. Я уже ложусь спать. Мне все надоело. Сам-то тоже вот уже все следит по сторонам. Чтоб никто не подошел, кого бы порвать. А вечером прошел небольшой дождик. Но так сухо, нормально. Жить можно на Чудском озере. Завтра будет новый день. Завтра посмотрим, что будет. Прогноз погоды. Что там туман? Прогноз погоды нам передает. Завтра солнышко с утра чуть-чуть. В это солнышко попытаемся пойти на озеро загореть. Позагорать. И мы потом пойдем гулять. Если пойдет дождь, мы пойдем в машину прячется. Всем пока, спокойной ночи. Увидимся завтра с утра. Не скучайте. Эй, ты! Это моя ржешь. Знаешь, как раньше говорили? Не буду. Спокойной ночи, малыши. Буду деньги завозить, привозить и присылать. Все озеро раскатывается громом. Калюха. Такое чувство, что на улице начался всемирный потоп. Завтра утром выйдем, посмотрим. Там, наверное, все смыло полностью. Че ты дергаешь-то? Санта унюхал. Проснулись мы сегодня утром, пережили мы эту ночь, который всю ночь лил дождь. Соседи уже собрались, уехали. Вторые уже собираются, еще собираются. Вот уже садятся в машину. Короче, слабаки. Может, они за целую неделю стоят. Да, дальше люди пока стоят, пилят дрова, все в порядке. На нашем месте, в котором мы в прошлый раз были. Да, дровами мы обзавелись у соседей, стырили дрова, пока они уехали, мы у них стырили дрова. Что ты врешь-то? Ну, они мне нужны. Ну, естественно, просто. Люди уехали, мы у них забрали дрова, которые у них оставались. Ну, дрова все сырые, так что почти бесполезные. Носки тоже сырые. Да, и носки постирались. Вот, сейчас будем пробовать развести костер и вообще посмотрим, будет ли сегодня солнышко хоть чуть-чуть. Ну, там уже как-то подолжно использовать. Да, наверное, это уже все, конец сезона. Наверное, это уже конец лета. Сегодня 5-6 августа. Это, наверное, уже наступает осень эстонская. Тепло, но сырость полная. Просто полная сырость, невозможно. Не, мне не очень тепло, сыто. Ну, по крайней мере, сейчас нету ветра и снега. Вообще-то, да, лето. Да, лето все-таки, да. Сейчас будем пробовать разводить костер. Получится, не получится, фиг его знает. У вас-то не получится, да, потому что вы-то, в общем-то, даже и не попробовали это сделать. Давай, переодевайся, из пижамы вылезай, иди папе помогай. А ты? Кушать хочешь? Хочешь? Кушать хочешь? Будем кушать, Доня.
Сейчас будем кушать. Жди, давай, садись, жди. А Норик там что делает? О, а Нор там малину поедает.